Партнер проекта «Новый жилой дом «Рубин» в Мотовилихинском районе» от группы компаний «ПМД». Добрый день. Человек, который тратит все заработанное, не отличается от раба, утверждает Джордж Клейсон в книге «Самый богатый человек в Вавилоне». Как избавиться от этой привычки? Установить для себя новые правила. Почему бы не сделать это в самом начале нового года? Например, правило «сначала заплати себе». Что это значит? Как только вам в руки попадает сколько-нибудь крупная сумма денег, вы не тратите ее, а откладываете определенный процент, например, 10 или 15%, для того, чтобы увеличить собственное благосостояние. И только потом совершаете ежемесячные платежи и ежедневные траты. Вы немного обманываете себя, сокращая объем доступных денег. Но все это ради того, чтобы не нуждаться в дальнейшем. Люди, которые выстроили правильные отношения с деньгами, знают, что нельзя позволять всему своему доходу превратиться в расходы. Часть денег должна стать инвестициями и позволить со временем стать вам устойчивее. Вспомните, в день получения зарплаты мы чувствуем себя значительно лучше, чем в остальные дни. Потому что деньги – это не только то, что работодатель платит нам за наш труд, но еще и энергия. Поэтому надо попытаться направить ее в нужное русло. Кстати, как только вы начнете задумываться об этом, сразу окажется, что существенная часть таких необходимых на первый взгляд расходов на самом деле не очень-то вам и нужна. Это правило денег.